Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. У нас сегодня очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesley Games. Сегодня у нас на обзоре Phase One, американский тяжелый танк 9-го левела, акционная машина за жетоны боевого пропуска. Как раз сейчас подходит уже к концу боевой пропуск, у многих дофига скопил жетонов. И я считаю, что вот эту машину нужно брать первой. Если вы недавно начали играть в танки и собрали жетоны, ребята, думаете в выборе, там, что приобрести, вот эту тачку нужно брать первый за жетон. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся в плавание изучения вот этой вот точилы, да, AF Phase One. И начнем мы, конечно же, с бронирования. Итак, коллижен модель нашей Фезы. Давайте смотреть. Что касаемо корпуса. НЛД 202. И, конечно, сказать, что это прям лютая броня. Разве что КС от переда играть, довернуть. Но все равно обычным дейголдой сюда пробивать будут. Прям лютой броней не назвать. ВЛД 222 снизу. Сверху уже 234. Здесь рикошетные вот эти зоны. Люк мехвода тоже рикошет. То есть верхняя часть вот этого ромба, не знаю, как его назвать, более-менее, здесь все зашито хорошо. Касаемо, еще подбашенный цилиндр, ну, здесь приведенка вообще сумасшедшая. Теперь касаемо башни, она у нас такой полусферической, самые ослабленные зоны вот здесь, 293, если их можно назвать ослабленными, здесь. Есть вот пятачки маленькие по 256, но ниже уже, сами видите, сколько. Маска орудия вот здесь 276. 254, здесь 265. Вверху там больше 500. Все остальное, вся башня зашита просто там 300+. И, конечно же, это очень крепко. Верхняя планочка 281 в приведенке вот в нижней части, да. По правилу трех калибров там от 190 мм. Выше уже от 152, 132. 139 рикошет. Есть у нас вот такой замечательный лючок 226. Понятно, что там голдой восьмерки вас сюда всегда практически будут пробивать. Девятки, десятки обычными снарядами тоже смогут. Боковое бронирование 88, ну 89. Подбашенный цилиндр мы подставляем. Но в целом даже здесь подбашенном цилиндре, извините, вот 237. Это вот этот пятак. Все остальное промахнулись уже под 300. В принципе, от борта может даже себя комфортно танковать. Еще раз, хорошо играет от башни и от верхней части ВЛД. Вот, лючок все равно спорный. Нижняя часть все-таки слабовата. Так, с броней разобрались. Броня, в принципе-то, неплохая, да. Теперь давайте глядеть, что нам за пушечку тут рекомендуют. Рекомендуют нам тут 10-го левела, 120-миллиметровка, альфа 400, норм, 258 пробития на основном, нормально, 340 на голде, вообще шикарно, 340, не у всех десяток есть такое пробитие на голде. Заряжается 11 секунд, ДПМ 2200, 0.38 точность, и это круто, 0.38 для тяжелого танка, 2,5 секунды время сведения. Касаемо полевой модернизации. Вот, значит, во втором блоке вездеходная ходовая, а в четвертом блоке, так, давайте откроем огневую мощь. Вот, у нас сведение 2.34, предельное уже такое, но мы могли бы повысить точность. А нужна ли она? Спорный вопрос. Сведение улучшается, ну, в принципе, неплохо улучшается. Зато точность 0.35 становится. Наверное, лучше отстройку пролакс. В пятом блоке звукоизоляцию. Смотрим, что нам здесь. Максимальная скорость вперед. Скорость поворота башни. Ничего не качаем. А здесь берем... Вот вопрос по поводу второго слова. Огневая мощь либо мобильность. Многие на фазе катают с турбины. Я это вижу периодически. То есть отказываются кто от закалки, кто от стаба. Но самое правильное все-таки вторым слотом взять на фазе огневую мощь и кататься на закалке с досолом и со стабом. Да-да, стаб здесь нужен. К сожалению, нужен.
Вот. По снарядам основной бронебойный летит 1067 отлично, голда кумулятивный и тоже летит 1067. Для кумулятивного снаряда это хорошая скорость полета. Вот, по снаряжению ремка здесь у нас, она у нас неменяемая, не используемая, она вечная у нас, да, бесплатная. Обязательно аптечку, обязательно, кстати, желательно автоматический огнетушитель. Ладно, мы поедем с обычным. Вот, 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. По плюсу-минусу, в принципе, машины. Почему она должна быть первой у вас за жетон боевого пропуска? Что касаемо пушки, у нас хорошая скорость полета снаряда. У нас очень хорошее пробитие, что на основном, а особенно на голдовом снаряде. У нас шикарный УВН, а в паре с башней, с броней башни, которую мы с вами изучали, это уже грозная машина, которая хорошо себя чувствует ровно как на городских картах, так и на, конечно же, рельефных ландшафтах. Да, у нас хорошая точность пушки, как для тяжелого танка, 0.36, а с полевой модернизацией мы можем добиться 0.35. Вот, ДПМ 2600, маловато. Вот. По ДПМ все-таки, ну, долго заряжается орудие, ну, в принципе, это не так критично. Ладно. По ХП 1980, и это отлично. По мобильности 35 вперед, 12 назад. Чуть больше 15 лошадей на тонну намекает нам на то, что свою максималку в 35 этот танк будет набирать достаточно бодро. Вот, по обзору 419 метров, как для девятки, это стандартный параметр, не плюс, не минус. Ребят, еще раз, у нас отличное орудие, у нас шикарное бронирование. В принципе, да, если удастся спрятать НЛД и какую-то часть ВЛД, ну, противники будут испытывать, на мой взгляд, определенные затруднения по пробитию этой машины. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, собственно, на что Phase 1 способен. Погнали. Текст, господа. Обзор боем фаза, Phase 1. Так. Американский тяжелый акционный танк за жетон боевого пропуска. 9-й левел. Ну что, на центр, наверное, поедем? А что? Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Эх, плохо арта у них есть. Так, ну, сейчас бы заняли позицию. Хорошо это ты прилег. Поставила его, поставила. Ладно.
чей то он убил? Жопой выиграл. Ой, господи, как же люди играют погано, а? Влип ты, Кутузов, влип. Так, трех удали. Сейчас будем дальше убивать. Это хорошо. Промазали. Упали. Ну ладно, нормально. 4 с лишним косумы есть. Сойдет. Победа. Ну, по сути, у врагов-то турбослив. Они у нас даже пол хп команды не сбили. Хорошая машина, крепкая машина. Уверенная пушка. Но броня прям исключительно приятная. Да, на фазе можно нагибать. Поэтому я всегда и считал, и считаю, что Phase 1 за жетоны боевого пропуска является танком номер 1, который нужно вот прям бы забирать, забирать и кайфовать на нем. Ребята, у кого есть фаза, конечно же, пишите для пацанов, которые раздумывают, а что же первым танком взять за жетоны. Вот, я рекомендую фазу. Напишите, что вы думаете по этому поводу, какое вы используете оборудование на этой тачке. Вот. Конечно же, все прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал. Ну, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.